Открытие театрального сезона – это всегда событие в жизни каждого театра. А если сезон начинается с жемчужины мировой классики, с легендарной оперетты «Мистер Икс», то это настоящий праздник и для истинных театралов, и для публики в целом. В нынешнем году Пятигорский театр оперетты подготовил любителям классики несколько сюрпризов. Еще до начала спектакля особую атмосферу в фойе театра задал струнный квартет. Второй сюрприз заключался в том, что исполнителем главной роли мистера Икс был приглашенный артист, заслуженный артист Республики Коми, солист Чебоксарского театра оперы и балета Михаил Журков. Наконец, публика отметила и новое лицо за дирижерским пультом. Это Роман Демидов. На «Мистере Иксе». Вот, первый раз были на премьере в 2021 году. Сегодня немножко новый спектакль, немножко другой, но очень понравились артисты, очень понравился новый «Мистер Икс» приглашенный. Вот, и, как всегда, атмосфера замечательная в театре. И артисты, я чувствую, что для них это тоже праздник, как и для всех тех, кто пришел разделить его с ними. Очень рада вновь оказаться в стенах своего любимого театра. Поздравляю весь коллектив с началом нового сезона. Очень-очень рада встрече со своими любимчиками. Скучала. Обожаю. Я всегда посещаю премьеры и другие спектакли. Я очень рада, что у нас в городе есть такой прекрасный театр. Поздравляю любимый театр с началом нового сезона. Желаю здоровья, благополучия и творческих успехов. С большим удовольствием хочу сказать, что наконец-таки после месячной разлуки с театром я с ним встретился вновь, поскольку открылся новый театральный сезон. В этом году это «Мистер Икс». Вот неожиданно и, в принципе, порадовал нас новый вокалист, приглашенный, как мы узнали в этот раз, из оперного театра «Чебоксар». Но, тем не менее, все получилось замечательно. Мы рады, как всегда. Я поздравляю наш город и наш театр с началом нового театрального сезона.
С этим театром я знакома уже 60 лет, с самого детства. Это самое лучшее, самое светлое воспоминание всегда. И я рада, что он открылся таким чудесным спектаклем. Любимая оперетта. Прекрасные голоса, восхитительно играют. Замечательно показан цирк. Большущее вам спасибо за эти впечатления, за эту радость. Итак, в Пятигорском театре «Оперетты» начался новый 86-й сезон. Впереди новые постановки классического репертуара и детские спектакли. Следите за афишей!